Здравствуйте, вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42, в студии Сергей Уланов. Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов. Такой комментарий сделал министр торговли о высоких ценах на продукты. Цены на продуктовые корзины и товары народного потребления, по его словам, волатильные. Как говорят политологи, безопасность страны определяется не только наличием солдат, но и возможностью обеспечить экономику страны всем необходимым по адекватной цене. На местную инфляцию оказывает влияние инфляция импортной продукции. И не только. Как отмечали в Минторговле, Казахстан тратит на импорт потребительских товаров вместе с продуктами 21 миллиард долларов. На брифинге заседания Кабмина журналисты поинтересовались у министра, когда казахстанцы перестанут тратить более половины доходов на продукты. Интересно, что в России граждане тратят на продукты 29%, а в развитых странах меньше 18%. Есть несколько государств, где расходы на еду не превышают 10% от дохода. Значит, есть такое хорошее выражение: не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов. Нужно зарабатывать нам больше, производить больше. А то, что касается продуктовой корзины и товаров народного потребления, цены, они волатильные. Там, где мы себя обеспечиваем, где у нас, значит, стабильные поставки, высокий уровень конкуренции, там и цена будет достойная, рыночная. Сколько нужно продуктов казахстанцу, чтобы не голодать? Минимальная потребительская корзина – необходимый набор продуктов питания, товаров и услуг, без которых человек просто не сможет жить. Корзина состоит всего из 43 продуктов, стоимость 43 тысячи. Но нужно не забывать, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от магазина или рынка. Тем более импорт, как правило, дороже. По итогам 2023 года статистика зафиксировала печальный факт. Казахстан импортировал продовольствие на сумму в два раза больше, чем экспортировал сам. Причем, если на внешний рынок в основном уходили мука и зерно, то ввозились готовые продукты питания. Другими словами, мы продаем итальянцам твердую пшеницу, а потом покупаем у них готовые макароны, сделанные из этого же зерна. Разные корзины, есть разные подсчеты, поэтому, коллеги, здесь вопрос именно в том, что надо увеличивать доходную часть, надо увеличить производство. Над чем этим всем занимается активное правительство? В Казахской ССР, где промышленных предприятий было больше, чем сейчас, сельское хозяйство в структуре ВВП республики занимало 34%, а сейчас не дотягивает даже до 5%. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Крупные компании окажут помощь в строительстве и покупке жилья пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области. Об этом стало известно в ходе визита вице-премьера в регион. Компанию Канату Бузумбаеву составили крупные и известные в стране бизнесмены. Они также выделяют средства на восстановление жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводка областях. Ситуация по паводку в регионе стабильная, уже 8500 жителей вернулись домой. Комиссия продолжает работу, активно ведется возведение жилья, и помимо господдержки оказать значительную помощь готовы и крупные бизнесмены. Они приехали с вице-премьером в регион. Мы сегодня посмотрели, где люди размещаются, пункты размещения людей, временные эвакуационные пункты. Ну, в принципе, условия есть, какое-то время попросили их еще потерпеть. Медленно идут оценочные работы. Считаем, что аким города пообещал, что в течение 20 дней закончит работу. Но это только по оценке. Есть еще дачи, которые до сих пор под водой, и при этом есть возможности для того, чтобы сократить сроки оценки. Она, как сказал выше вице-премьер, затянута, и в ответ на обещанные акиматом 20 дней попросили сделать за 10. Также обсудили, какая компания будет возводить и ремонтировать объекты, а какая будет покупать. Что касается разрушенной инженерно-коммуникационной инфраструктуры, то могу вам сказать, что когда все дефектные акты будут, значит, акимат области может представить эти документы. Министерство финансов 100% тоже мы за счет резерва правительства будем финансировать восстановление дорожного полотна, электрических сетей, ну и прочей инфраструктуры области. Как заявил президент, одного из банков выделяет 5 миллиардов тенге, и на эти деньги будет приобретено жилье для пострадавших. Пока идет анализ рынка жилья, уже намечен целый пул квартир, это около 200. На примете еще 50 квартир. Сейчас посмотрели, в каких условиях живут пострадавшие, и, конечно, это удручает. Мы предпринимаем совместные усилия с акиматом областным. Сейчас вырабатываются механизмы по перераспределению тех денежных средств, которые мы выделяем именно на борьбу с теми последствиями, которые вот сейчас произошли по истории с паводками.
Ну и, как выразился Канат Базумбаев, мы удачно справились с паводками в этой области, и такая же работа проводится в Атраусской. И еще важный момент. Готовится законодательство, согласно которому люди, живущие на рискованных территориях, например, подверженных паводкам, оползням, землетрясениям, и строящие сооружения в низинах и в горах, в будущем ничего не получат. Они должны страховать свое имущество, сказал вице-премьер. Дачи, которые более 8 тысяч, значит, здесь есть потоплены порядка 2500 дачных домиков, которые являются единственным жильем. Я вот сегодня дал поручение быстро, чтобы акимат городской сделал оценку, и мы определились, какие из них должны быть восстановлены, а какие признаны аварийными. Так что в течение лета должны либо построить, либо купить квартиры и дома в области. Гульнар Умарова, Ганизат Оспанов, Нурлан Шамгонов, ТДК 42. В Уральске истекает срок подачи заявлений на компенсацию от паводка. Об этом сообщают представители приемной комиссии Уральска. Необходимые документы следует подать до 25 мая. 24 мая – последний срок приема заявлений. На сегодняшний день в Уральске от пострадавших принято уже свыше 7 тысяч заявлений. В пункт по адресу улица Ихсанова, 46/1, пострадавшими от паводка подано свыше 7800 заявлений. На получение единовременной помощи в том числе могут рассчитывать все представители дачных обществ, чьи дачные участки оказались затопленными, пострадали плодово-ягодные насаждения и дачные постройки, мебель. При подаче заявления необходимо иметь при себе удостоверение личности, банковский счет и правоустанавливающие документы на участок. На сегодняшний день у нас в центре Тинькова, Ихсанова, 46/1, принято 7821 заявлений. Из них 7189 уже оплачено. Народ все еще идут, но уже не как раньше, потихонечку, вы сами видите. 5 человек, 10 человек. Сейчас по городу вообще в двух местах принимается. Это у нас Ихсанова, 46/1 и Мансап. Центр Манса, Курмангазы, 173/1, район Дом Быта. В двух местах заявление еще принимается. Пятница, 26-го у нас получается, 25-го. Последний день завершающий. После этого уже прием не будет совершаться. В Казахстане с 2025 года изменят формат ЕНТ для школьников. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что ЕНТ для школьников не отменят, но его формат будет постепенно приближаться к международному стандарту САД. В КСССР было бесплатное высшее образование. Сейчас год обучения стоит больше миллиона. Многим это не по карману. И если раньше выпускники школ сдавали экзамены, то сейчас ЕНТ. Нужно набрать проходной балл для поступления в вузы. Ведь грантов мало. Отсюда стрессы. Списки прошедших проходные баллы вывешивали на стендах, как списки выживших после боев. Теперь на фронтах ЕНТ снова перемены. По словам министра Саясата Нурбека, новый формат позволит сдавать экзамен в удобном режиме. Его постепенно будут менять и приближать к формату CAT. В Казахстане была запущена радикальная переработка тестовых вопросов. Необходимо минимально 50 тысяч вопросов разработать, сказал министр. Когда блюдо из нескольких тысяч заданий будет готово, его подадут к столу. Второе, теперь поступающий будет регистрироваться на сайте. Подготовку тестологов осуществляла у нас всемирно известная французская компания Safreca. Второе направление – это работа уже с группы финских компаний по содержательным подходам. Как теперь будет работа построена? Эта группа обученных тестологов начнет готовить вопросы по новой методике, приближенной к формату SAT, вот этот международно признанный тест. CAT в переводе означает школьный оценочный тест. Это стандартизированный экзамен в форме теста, предназначенный для приема в университеты США. Как правило, экзамен состоит из трех разделов: анализ текста, математика и письмо. Раздел «Анализ текста» состоит из трех частей. В раздел включены задания по завершению предложений, восстановление пропущенных слов, вопросы по прочитанным текстам. Возможны задания по сравнению двух текстов. В разделе «Математика» необходимо решить задачу и выбрать правильный ответ из предложенных. Раздел «Письмо» состоит, как правило, из тестов и эссе. Вопросы тестов направлены на проверку знаний, грамматики, языковых конструкций и лексики. Экзаменуемым предлагается задание на обнаружение ошибок. Но в Казахстане все это пока что пилотный проект. Выбранное время в своем формате, как вот за рубежом,
приходит человек, регистрируется, сдает тест, получает сертификат. Набирает сертификат с нужными баллами, идет, подает в университет. Это начнется у нас с этого года, подготовка к большому пилоту. Пилотировать мы начнем, скорее всего, в следующем году. Оно не коснется сразу полностью изменения формата НТ. А в каком-то определенном пилотном будет режиме запущено, и вот постепенно, поэтапно мы перейдем к международному стандарту, вот как SAT. Бауржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. В Западно-Казахстанской области завершился прием заявлений на ЕНТ. В этом году желание сдать тестирование выразили 5627 выпускников. Экзамены для абитуриентов будут проводиться в двух пунктах. Единое национальное тестирование является одним из способов поступления в вузы для выпускников школы и колледжей. Пробные экзамены проводятся 5 раз в год. Летний считается решающим. По его результатам выдается государственный грант. В прошлом году в тестировании приняли участие 5779 выпускников. Выпускные экзамены для 9 классов пройдут с 29 мая по 10 июня, а государственные экзамены для выпускников 11 классов с 28 мая по 11 июня. Церемония вручения аттестата об общем среднем образовании выпускникам 11 классов будет проводиться в стенах школ 14-17 июня. А для повышения качества образования учащихся, восполнения пробелов в знаниях, в том числе слабоуспевающих детей, с 27 по 31 мая и с 26 по 30 августа во всех общеобразовательных учреждениях будет работать летняя школа, которую также могут посещать дети из затопленных районов, а также из районов, где зимой часто отменяли занятия из-за морозов. Жители Уральска жалуются на нашествие мошек. Специалисты говорят, что в текущем году гнуса будет намного больше. Поспособствовал этому обширный паводок. О том, сколько средств было выделено на борьбу с насекомыми, расскажут наши корреспонденты. Жители города Уральск жалуются на нашествие мышкары. Мышкара буквально везде – в глазах, в носу и даже в ушах. Специалисты связывают это с большой водой, но говорят, что это всего лишь временное явление. И нужно лишь запастись терпением. Сами жители города говорят, что такого большого количества мошек не было давно. Это доставляет огромное неудобство. Особенно сильно от мышкары страдают дети. Особенно при прогулке с ребенком. У меня у ребенка тут вся шея закусана. То есть, если ты даже его в одежду одеваешь, но есть места, которые не скроешь. И никакие средства не помогают. И что самое печальное, когда заходишь в Инстаграм, читаешь, делается ли что-то в этом для того, чтобы убрать эту проблему, то многие пишут о том, что, во-первых, ничего не делается, во-вторых, типа ничего не сделаешь, и ждите до конца июня. Ну, как бы такой вариант вообще не устраивает. Но, я так понимаю, это связано с паводком, но почему этого проблема сразу не решилась, непонятно. По словам заместителя руководителя управления энергетики ЖКХ Западно-Казахстанской области Каната Умралиева, в этом году был разыгран двухгодичный тендер на дезинсекцию на сумму 187 миллионов тенге. 105 миллионов в 2024 году и 81 миллион в 2025 году. Победителем стал ИП «Танкеев». С апреля подрядчик ежедневно проводит работы по выявлению зон повышенной концентрации личинок комаров и по обработке этих территорий. На сегодняшний день обработано более 3000 гектаров территории. Однако, как известно, в этом году из-за повышения уровня рек на территории Уральска образовалось большое количество луж и водоемов. Это является хорошей средой для появления комаров в больших количествах по сравнению с предыдущими годами. По информации специалистов, существует два типа обработки – от личинок и непосредственно от самих комаров. Противоличиночные мероприятия проводятся на территории города в ночное время суток. Преимущественно на лесных территориях, пригородных и дачных массивах. Мы находимся в районе телецентра. Здесь проходит обработка личинок комаров. Если раньше обрабатывали всего лишь 30% области от комаров, то сейчас из-за паводков специалисты говорят, что эта цифра увеличится до 60%. На территории города обработка личинок комаров проводится с 9 часов вечера до 4 часов утра. Специалисты рекомендуют уральцам временно воздержаться от прогулок в лесу и у водоемов, либо носить плотную одежду. Наблюдается увеличение числа мошек, и это явление ожидается как минимум до середины лета. Поэтому стоит быть терпеливыми и использовать защитные средства. Дана Керимбаева, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.
88-летняя узница концлагерей проживает в непростых условиях в Западно-Казахстанской области. В годы Великой Отечественной войны семья Веры Варфоломеевой оказалась на линии фронта. Так, в 7-летнем возрасте она попала в плен на территории Германии. Пережившая множество испытаний, узница концлагерей сейчас нуждается в помощи. Вопрос стоит о социальной поддержке для пожилой женщины, а также ее беспокоит жилищный вопрос. Наша съемочная группа побеседовала с Верой Петровной и разобралась в сложившейся ситуации. Когда началась Великая Отечественная война, Вера Варфоломеева была совсем ребенком. Со слезами на глазах она вспоминает, как провожала отца на фронт, и говорит, что это было очень страшно. А мы залезли, у нас был сток сена, мы залезли на сток сена, и мы тоже сплачем, не знаем зачем. А отец едет так на возвышенность и платочком вот так машет, машет нам, потом только слезы вытрет и дать плачет так же. И мы плачем. Вот это мне запомнилась война. Вера Варфоломеева прошла через 3 концлагеря. Она не знала, куда забрали ее маму и младшего брата. Детей отбирали у родителей, с нас брали кровь. Во дворе была гора мертвых людей. Я своими глазами это видела, вспоминает бабушка Вера. Женщина уже не помнит, сколько времени ей приходилось выживать в таких условиях. В одном из концлагерей ее и еще 200 человек забрали работать на железную дорогу. Вот мы работали уже в другую совсем лагерь, я даже не знаю, как он и назывался. Вот, но в основном мы там работали у хозяев. Каждый хозяев приходит и выбирает себе. Конечно, всего не расскажешь, потому что там было так, что сейчас пошли, мы маленькие, а мы вагоны разгружали. Там на вагонах привозят, они тоже где-то что-то грабить. Вот нас заставляли разгружать по всему работе. Так прошли годы у Веры Варфоломеевой. Сейчас она проживает в селе Мичуринское. И условия жизни у нее далеки от идеальных. Здоровье 88-летней бабушки уже не всегда позволяет ей справляться совсем самостоятельно. Она отмечает, что нуждается в дополнительной помощи. По этому поводу мы обратились к специалистам территориального центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. Оба сына, достигшие пенсионного возраста, так как дети уже пенсионеры, она имеет право получать услуги социального работника на дому. Только по месту жительства она имеет получать его в поселке Мичурино Байтерекского района. Должна для этого обращаться в акимат поселка Плодовощной. Кроме того, женщина своими силами обустроила жилище как могла. Но сейчас дом нуждается в капитальном ремонте. В надежде на жизнь в лучших условиях бабушка Вера встала в очередь на жилье в 2004 году. Однако спустя 20 лет до сих пор не получила его. Ранее редакция телеканала ТДК-42 разбиралась в сложившейся ситуации с жильем. Вера Петровна на сегодняшний день стоит в очереди на получение собственного жилья по категории инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Какая она по очереди, Вера Петровна не знает, потому что уже потеряла надежду на то, что получит свою квартиру. На сегодняшний день ее номер 67. То есть она вставала в очередь к нам в 2004 году. Согласно закону о жилищных отношениях, ни у кого нет преимущественного права при получении жилья из государственного жилищного фонда. На данный момент пресс-секретарь акима города сообщил, что Веру Варфоломееву исключили из списка на получение жилья, поскольку у нее есть дом в собственности в селе Мичуринское, где она в настоящее время проживает. Согласно закону, лица, стоящие в очереди на жилье, не должны иметь в собственности другое жилье, отметили местные власти. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагаппар, телеканал ТДК-42. В Уральске третья канализационная насосная станция будет введена в эксплуатацию до начала отопительного сезона. Об этом сообщили сотрудники городского акимата. Строительные работы уже завершены на 70%. Подробности у нашего корреспондента. Реконструкция канализационной насосной станции номер 3 началась год назад. Эта станция обслуживает старую часть города, где проживает 100 тысяч человек. Ее ввод в эксплуатацию не только упростит работу ТОО БАТА Суарнасе, но также снизит аварийность подземных трубопроводов на 30%. Данная насосная станция обеспечивает весь старый центр города. Смета была готова еще в 2022 году. На следующий год мы уже начали строительство. Объект планируем сдать до начала отопительного
отопительного сезона. Стоимость проекта составляет 708 миллионов 300 тысяч тенге. Подрядчиком является строительная компания «КАЗ Construction Group». На данный момент строительство на объекте завершено на 70%. Впереди монтаж объекта. В настоящее время все оборудование уже пришло, закуплено. Вот. Сейчас заканчиваются работы по возведению надземной части здания. Как видите, сейчас осталось перекрытие и крыша. В дальнейшем будет проведен монтаж оборудования, соответствующая наладка и пуск непосредственно в эксплуатацию. Кстати, КНС номер 3 была построена еще в прошлом веке. Сейчас здесь будет установлено совершенно новое оборудование – дробилка и насосная станция. По мнению экспертов, обновленная КНС будет соответствовать самым современным мировым стандартам. Дана Керимбаева, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Вопросы сельского хозяйства затронем 22 мая в прямом эфире программы «Давайте обсудим» на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.